Ну, мы знаем потенциал этого игрока, я имею в виду 33-го номера запорожцева Рэнди Калпепера. Безусловно, от него будет исходить основная угроза в сегодняшнем матче. Если, конечно же, у него все будет получаться. Дэниел Кикер с мячом продавливает он Мура, разворачивается и удачно очень исполняет, чтобы соперник сделал ему блок. Это, безусловно, важно. Но это алюп очередной в исполнении Мура и Калпепера. Еще раз смотрим. Вот он. Ну, красивый мяч, ничего не скажешь. И штрафная в очень трудной, тяжелой борьбе. Однако очередная подряд за победа Днепропетровского клуба. Ну а сейчас точный бросок. Удачный у Тимофеенко. И Днепр впереди 3 очка. Но тут же в атаке отвечает Лебединцев. Шапел! Трехочковый! Джереми Шапел. Хорошая возможность у Мишилу практически сразу добавить мяч в корзину. Однако он убойную позицию потерял. В итоге очередная позиционная атака Днепра. Тут мяч достался Корниенко, который после передачи Дерека Лоу. Шапал, еще один трехочковый. Почувствовал, как если баскетболист поймает кураж, Днепропетровцам будет очень тяжело. Передача на Корниенко. Корниенко забивает эти 2 очка. Фан-зона Днепропетровского Днепра. Шапл. 2 очка Шапла. Точный бросок Тимофеенко. Проведенного на площадке и будет приобретать опыт Александр Мишула. Ай, упустил, здесь сказал кикер Мура. Получил. Серия ошибок. Три очка Ричарда Гуида. Дерек Лоу. И забрали мяч к тому же. А вот тут Шепл без проблем в быстром прорыве забивает 2 очка. Еще одна очередная ошибка. Вновь Шепл. Блок ставит тут Щепкин. Однако Калпепер вездесущий. Тут как тут. И забивает 2 очка, и Хомич из тайм-аут берет. Вот так Вернер проходит быстро от своего кольца, забивает 2 очка, и Днепр проигрывает уже минус 6. Два очка Мура. Калпепер. Забивает очередные эсси. Ну когда же Днепр забьет уже? Провал такой серьезный. Месяц бросает, попадает. Трехочковый Александр Месяц. Нужный мяч для Днепра, чтобы немножко почувствовать, скажем так, ритм игры. Калпепер опять ему дает бросать. И опять он точен. И опять трехочковый. Ну что тут сделаешь? 36. Ну что же, красавец Калпепер. Красиво завис в воздухе, передержал тут мяч на отметку 50%. Что касается трехочковых, то тут 28% реализации с игры. Это тоже не очень хорошо. Мур забивает 2 очка. Вот так быстрая такая передача на Дэниела Кикерта от Лоу. Или нет? Дерек Лоу с мячом. Не успевает он сделать передачу на Кикерта. И вот так. Сопротивлением отдал передачу Щепкин на Корниенко. Днепр в атаке. Корниенко пытается обыграть Вернера. И у него это вроде бы получилось. Однако первый бросок не точен. Второй. Мяч заваливается в корзину. Тяжелый мяч Корниенко. Днепр в атаке. Дерек Лоу с мячом. Кикер забивает. Повязка, не повязка, но она ему не мешает. Вот она уже. Арбитр заметили. Калпепер трехочковый. Да, рука Калпепера.
Минус 7 Днепр проигрывает. Лоу. Сложный мяч был. Не забил, однако Корненко подстраховал его. Щепкин. Красивый мяч забивает Кайл Пеппер сверху, добавляя мяч после... Финальное замечание. Да, вот еще раз смотрим этот момент. Ошибается тут Щепкин с передачей. Тут уже фалил и тут уже, да, Кайл... Лоу тут всех обыграл, отдал на Корненко. Тут под кольцо забивают. Тяжелый мяч забивает Тимофеенко. Требуют болельщики Днепра сегодня более активные действия, победы. Корненко, два очка после передачи Дарьи Колова, забивает. 50-54. Корненко на рыбалка. Передача. Рыбалка проходит, дает на Вернера. Вернер забивает. Из-под кольца особо не фалили. Кикер на 4 персональных. Кайл Пеппер. Кайл Пеппер не точен. Гуин тут одним касанием. Ну вот так красивое световое шоу в исполнении. Лоу рискнул, трехочковый бросил, попал Дерек Лоу. Буцкий с мячом. Идет передача на Мура. Тут дальше на Рыбалка. Рыбалка точен. И что, трехочковый? Достать соперника. Дерек Лоу. Два очка. Неимоверно сложный бросок был. Кикерт. Обыграл соперника. Среднюю дистанцию. Такие нужно забивать. Из-под кольца Кикерт все-таки... Молодец, что пошел на кольцо после неточного броска. Подобрал сам. Кикер тут сделал уже свой 6-й подбор в матче. 59, минус 2 для Днепра. Шапел на Мура. Еще один шанс для Днепра. Мишула рискует и бросает трехочковый Александр Мишула. Но почему бы и нет. Мишула минус. С мячом. На Корниенко 2 очка, и Корниенко 2 очка, Днепр выходит перед в этом матче, 1 очко. 60. Мур тут выбил мяч, но у Днепра еще есть время на атаку. И хорошая комбинация! Быстрая передача Корниенко на Тимофея. Проигрывать, это понятно. Дерек Лоу, Корниенко, Мишула. Мишула! 2 очка! Ну что же, не буду ничего говорить. Кикерт. Кикерт устал, но хватит ли у него сил против Вернера тут совладать. Бросок Кикерта с отклонением и забивает Дэниел. 2 очка, плюс 5. Уже 10 секунд тут Днепра осталось на атаку. Мишула! Александр Мишула! Гуин. Гуин, Гуин, Гуин. Вернер. Забивает 2 очка Вернер. Днепропетровцы не фалили. Матча. Хомичус доволен. Довольны игроки, довольны тренеры, довольны руководство и болельщики, которые стоя приветствуют своих любимцев. Сегодня Днепр побеждает на воле, на характере, на кураже. Сегодня Днепр побеждает баскетбольный клуб Фероуз НТУ со счетом 76-69.